Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу истинное предназначение функции NiceShift. Итак, что такое функция NiceShift, где ее можно найти? Вы ее можете найти, если же у вас iOS 13, нажмете на ползунок яркости, и вот она включается, здесь выключается. Чтобы найти ее в настройках, вы должны зайти в... Так же самое экран и яркость, вот, переходите в Night Shift, и вы здесь его настраиваете под себя, либо же холоднее, либо же теплее, запланировано, либо же вручную, как вы будете включать, настраивайте сами под себя. Но, чем является вообще, как бы, сама фишка, самое истинное предназначение, как я говорил, функции Night Shift, это вот если мы перейдем на текст, перевернем экран, начнем что-либо читать. Вы, когда читаете, здесь неважно, на затемненном экране это будет, ну, с темной темой я имею в виду, либо же это будет вот на белом экране, вот так вот. Вы, когда читаете, вам немного давит на глаза. И эта функция вот предназначена для того, если мы ее сейчас вот включим, сами поймете, вот Night Shift, экран становится ярко таким тепло-желтым цветом. И намного приятнее, комфортнее, то есть снижается давление на глаза, немножко успокаивается, как бы, самовосприятие этого всего, то есть вы намного остаетесь спокойнее, и вы уже не так сможете долго читать, вы уснете. Также это сделано для того, чтобы, если люди сидят в соцсетях, либо же просто пользуются какими-то приложениями, чтобы долго они не могли там сидеть, вот эта вот функция предназначена для того, чтобы человек уставал, то есть расслаблялся, просто засыпал, неважно. Лучше пускай он уснет вместе с телефоном, чем он просто вообще будет до утра убиваться этим. Вот как бы эта вот функция тоже также, скорее всего, наверное, для детей предназначена, чтобы родители не так сильно бы не беспокоились. Эта функция действительно помогает сконцентрироваться, расслабиться и все-таки уснуть после тяжелого трудового дня. Либо же неважно. Вот, этот экран становится ярко-теплым, таким солнечным, прекрасным, как бы замечательный цвет, что тут скажешь. И как бы сама функция действительно завораживает, действительно очень классно, красиво. Если вы долго, минут 10-15 попользуетесь телефоном, вас настолько расслабит, что вы сами захотите спать. Не верите, сами включите и попробуйте. Действительно классная функция для тех, кто страдает бессонницей, либо же просто задрот еще тот. Вот и все. Вот истинное предназначение, чтобы вы знали и как бы были проинформированы на 100% вашими функциями на iOS-устройствах. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока! Yeah,